Если вы тренируетесь в экзотических странах, обязательно посмотрите на то дерево, на которое вы собираетесь прикрепить макевару. В данном случае, вот в моем случае, это кокосовая пальма. Я все просмотрел, все предусмотрел, нашел пальму с уклоном, чтобы кокосы падали мимо. И не зря, потому что только стоило мне начать вчера заниматься, как упал вот этот кокос. Нехило так упал. Так что будьте внимательны. А еще проще, найдите дерево такое, чтобы с него ничего не падало. Например, вот такое дерево. Очень даже подходит для крепления макевары. Замечательно. Оно небольшое, лиственное и без крупных плодов.